Точка! Я пришел к точке. Это точка. А я могу войти. Я могу войти в эти врата. Нет! Ты войдешь в эти врата только когда умрешь. Сейчас ты должен поклониться 3 раза, удариться челом об землю и плюнуть влево. Плюнуть влево. Это священный ритуал, чтобы смерть тебя обходила стороной до самой старости. Все, я сделал. Здравствуйте. Говорят, это точка, последняя точка. Та самая точка. Точка моей жизни. Точка моей жизни, это здесь. Самая последняя. А можно попробовать? Нет, хотя бы... Нельзя, ни в коем случае. Иначе ты умрешь, ты умрешь. Пойдем дальше. А что, если я готов? Нет, ты не готов. Ты не готов, подаван. Тебе нужно еще 10 000 раз ударить челом об землю, плюнуть влево. Но я хочу нарушить правила, я хочу зайти. Нет, я здесь главная. Я в этом городе главная, и ты идешь за мной. Блин, ну почему нельзя? Почему так, так давно я искал эту точку, я хотел... Идем за мной. Точка, я нашел точку. Мы тебя выкинем из этого племени, ты останешься скитаться один по этой вселенной. А можно тогда я зайду в точку? Нет, если не хочешь отщепиться от этой группы. А можно я отщеплюсь от группы и зайду в точку? Тогда мы уйдем очень далеко, и ты нас больше никогда не встретишь. Но зато я зайду в точку. В точку ты еще зайдешь. Ты в точку еще успеешь зайти. Что это? Что это за чудо? Это волшебный мост. Волшебное озеро. Озеро волшебства. Когда ты ныряешь в него, у тебя вырастают крылья, такие голубенькие, свежие. Ты начинаешь молодеть на глазах и превращаешься в маленького ребеночка. Маленького ребеночка. Вот. Так можно я нырну? Я хочу нырнуть. Озеро с под боком. Вы мне не разрешили. Вы мне не разрешили. Если ты нырнешь в это озеро, ты превратишься в маленького ребеночка и не сможешь ходить. И больше не сможешь пойти с нами дальше по этой дорожке. Почему мне все не разрешают? Это главное. Можно, но ты просто не сможешь пройти с нами дальше. А в точку тоже можно? Можно, но ты с нами не пройдешь дальше просто. Ты умрешь! В точке точка, в точке конец. А в озере? А в озере молодость, но ты просто помолодеешь настолько, что станешь младенцем. Пойдем. О, она тебе тоже ничего не разрешает? Я у нее и не спрашивал. Никогда? Я стараюсь избегать ее. Она говорит о страшных вещах, о смерти, о каких-то страданиях и о том будущем, которое для меня неприемлемо. Страданий. Можно пройти через арку страданий. Ты слышишь, о чем она говорит? Она говорит только о смерти и о страданиях. Я пойду от нее подальше. Я пойду через арку. Дьявол. Дьявол. Ой, я хочу с дьяволом. Он скрывается в маленькой белой штучки. Маленькая белая штучка, где скрывается дьявол. Пойдем посмотрим на него, можно посмотреть издалека. А почему он не пошел с нами? Наверное, он боится секунд, потому что боится страданий. Бесконечных. А, по-моему, ничего плохого в страданиях. Смотрите, тут какая-то будка. В этой будке дьявол. Мне уже больно. Ты чувствуешь эту боль, которая растекается по твоему телу? Да, адская. О, боже, это адская боль. Невыносимая адская боль. Боже, как больно. Но ради вас, можно потому поговорить... что вы такой любопытный человек. Я хочу с дьяволом. Это да, дьявол? Это дьявол. Вон он там ходит. Это дьявол. Здравствуйте, я дико извиняюсь. Мне сказали, что это будка дьявола. Это правда? Вы дьявол? Я бы с удовольствием ответила на этот вопрос, если бы он был более... Не раскрывайте ему всех секретов! Что вы можете, что вы всемогущее, что вы можете исполнять желания, не говорите ему об этом! Он не должен ничего знать! Исполните, пожалуйста, мое желание, я хочу... Все? Это дьявол! Это дьявол! Дьявол исполнил мое желание! Нет, 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 дьявол не умеет исполнять желание! Да она только что щелкнула! Да, она пошутила! Нет, я верю, я верю! Не рассказывайте ему ни в коем случае! Я верю, я только что попросил дьявола, чтобы он исполнил мое желание, и он щелкнул пальцами. Теперь мое желание исполнится! О, Боже! Я испытывал адские страдания! Быстрее уходим отсюда! Ага, ладно! Адские страдания!